Друзья мои, всем большой привет! Это не ролик, это небольшой опрос мне. Очень нужна ваша помощь и ваше мнение. Вот сейчас всех советчиков в комментариях я прям призываю высказать свое мнение. Итак, в чем вопрос? Значит, я сейчас вам покажу одну вещь. И вы, пожалуйста, в комментариях напишите 2-3 слова. Если бы вы хотели эту вещь купить, как бы вы ее искали в поисковике? В Яндексе вы бы что бы написали? Или в Гугле, или на маркетплейсах? Без разницы. Допустим, вы хотите ее купить. Как бы вы ее назвали? Что бы вы написали, чтобы ее найти? Вот мне сейчас это, пожалуйста, очень важно, что у меня уже мозги кипят, и я что-то туплю. Решила обратиться к зрителям канала. Может быть, у вас есть какие-нибудь, ну, свои интересные мнения. Та-дам! Не все сейчас поняли, что это такое, да? Но это детский рюкзак. Вот такой необычный. Со стороны смотрится, как будто он нарисован. На самом деле, это детский рюкзачок с кармашком. С маленьким кармашком, с большим кармашком. Сейчас я вам покажу. Вот, видите? С лямочками сзади. Вот такой вот интересный рюкзачок. И еще есть один цвет, вот такой вот розовый. Вот теперь представьте себе, что вы хотите эту вещь купить. Что вы напишете в поисковике? Небольшая ремарочка. Пожалуйста, не пишите мне «детский рюкзак», потому что если вы в поисковике забьете слово «детский рюкзак», вам выдадут миллионы один ответ, но только не этот. Вот именно этот, если вы захотите найти, что вы напишете. Всем большое спасибо и плюсик в карму за участие.